дом, в котором творчество живет. Для нашего учреждения каждый год богат, насыщен, яркий. Проводится много различных мероприятий, посвященных истории и фольклору, мастер-классы по рукоделию, молодежные мероприятия по пушкинской карте, святочные посиделки, колядки, Рождество, щедровки, сею-вею-посеваю, масленичные гуляния, участие в сельскохозяйственных и арбузных ярмарках. А также мы активные участники всех районных, краевых, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и проектов, за что отмечаемся многочисленными дипломами и ценными подарками. На базе Полтавского сельского дома культуры работают 23 клубных формирования различных направлений. Это вокальные. Хореографические. Театральные. Спортивные. Декоративно-прикладного искусства. В наших формированиях занимаются участники художественной самодеятельности от 4 лет. Коллектив активно работает над такими проектами, как «Подвигу героев песни прикоснусь», «Вы живы, пока мы помним». Проекты направлены на духовно-нравственное воспитание молодежи и повышение уровня патриотизма взрослого населения. Экологический проект «Цвети мое село» Руси частица, направлен на озеленение и поддержание экологического благополучия села. Полтавский дом культуры – это дом, в котором живет и процветает творчество.